Nokia 8820 Sirocco. Замена акустического блока. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 8820 Sirocco». Полифонический динамик Nokia 8820 Sirocco меняется в сборе с акустическим блоком. Блок достаточно поддеть железной лопаткой и извлечь из корпуса. В блоке находится полифонический динамик, антенна, кнопка включения и контактная группа акустического блока. На блоке также расположено входное отверстие, источник звука. Если динамик выходит из строя, что случается нечасто, замене подлежит весь акустический блок. Акустический блок вставляется в аппарат достаточно легко. Блок прикладывается к задней части корпуса телефона и защелкивается. Акустический блок заменен.